Вітаю вас, добрі друзі! З вами Академія Шрінаджі і Алак Ніранджан на каналі «Мій світ». Вітаю, Алак. Дуже рада вас бачити. З нетерпінням ми, глядачі, чекали на появу вас в моєму ефірі. І сьогодні для багатьох із них святковий день. Сьогодні у мене до вас дуже багато запитань і важливих тем, які ми будемо обговорювати. І почнемо, давайте, наш ефір з вашого бачення і прогнозу для України на 2024 рік. Щоб говорити о віденні на какой-то период, нужно понимать его смысл и задачу, потому что судьба подходит со своей точки, неожиданной для нас. Происходить и что происходит вообще до сих пор с Украиной, между Украиной и Россией, это имеет большой кармический смысл. Фактически речь идет о пробуждении Украины. И значение этой войны, оно простое. Буквально или встань, или уходи. По факту в 23-м году не получилось очищение, не получилось собраться действительно по-настоящему народу украинскому. Никаких выводов по действиям чиновников в Украине не сделано. Никаких действительно серьезных каких-то практик очищения судейских, прокурорских, чиновничьих не случилось. Хотя именно эти люди привели к войне. Поэтому все усугубляется. Именно поэтому фактически народ Украины платит кровью своих детей. Почему я с этого начал? Потому что летом, и это нужно понимать, очень серьезные изменения будут в элитах. В буквальном смысле слова, либо сейчас элиты с небольшой долей вероятностью буквально сместятся, либо это произойдет, я не скажу насильственно, но около насильственным путем летом 2024 года. И я хочу с этого прогноз начать, потому что это важно понимать, что не прощаются такие действия судьбой и народами. А что касается общего прогноза, то да, вовне много происходит интересного, и вот эти зверства Российской Федерации, которые она опять повторяет в Украине, привели к тому, что и Европа, и Америка сейчас очень серьезно займутся поддержкой Украины. Это неизбежно совершенно. Хоть это выглядит с таким небольшим промежутком, но на самом деле все будет совершенно так, как должно быть. Соответственно, всю необходимую поддержку Украина получит к середине весны. Соответственно, с другой стороны, в России тоже интересные процессы происходят. И весной мы ожидаем там смену режима. Эта смена режима может быть и, скорее всего, будет выглядеть как ужесточение режима, потому что другого пути выжить, попытки выжить этим элитам не существует. Так или иначе, экономика российская к лету будет очень сильно страдать. Мы говорили о том, что это произойдет летом 23-го. Это произошло. Вы видите, как курс изменился. Теперь мы говорим о том, что это произойдет к лету 24-го, только гораздо более серьезно. Так это и произойдет. Именно поэтому на фоне этих всех моментов, думаю, что наступление, которое проведет Украина, будет успешным. И буквально целыми подразделениями российские войска будут бросать позиции. И после этого станет возможны реальные переговоры на условиях Украины. Таким образом, я ожидаю, что к сентябрю, возможно, не победа полная, но победа частичная, скажем так. Единственное, что нужно понимать, что это временно. И все это только ради того, чтобы дать возможность Украине перестроиться внутри. Только где-то до конца весны 2025 года будет время у Украины перестроить свою конституцию. Конституцию в смысле системы управления. Если это сделано не будет, то, к сожалению, с середины 25-го опять начнутся различные трагедии, возможно, опять возобновится война, и все будет гораздо сложнее, скажем так. Поэтому этот период до весны 25-го, он очень важен, когда вы должны перестроить систему взглядов, когда целью вашей республики должно стать счастье людей, когда выборы должны обрести просвещенный такой оттенок, а не так, кто кого перекричит в СМИ. Да, когда система власти будет построена для того, чтобы формировать мировоззрение людей, чтобы заниматься стратегическим управлением. И все это под контролем совести, буквально. В таком случае Украина станет действительно наставником для всего мира, и многое пойдет совсем по другому пути. Потому что это будет перестройка, соответственно, новое рождение Украины.
Если же карта останется старой, то, к сожалению, в 26-м опять начнутся проблемы. И я не совсем в 26-м, в 25-м. Это предупреждение буквально, что нельзя это время пропустить, которое будет. Вот эта возможность с лета по лето, с лета 24-го по лето 25-го, нужно обязательно его использовать. Ну вот такой примерно ответ. Цікава фраза прозвучала, що карта залишиться старою. Ви говорите про карту народження України? Ми будемо мати новий відлік, нову дату, нову карту України? Совершенно верно. Для того, чтобы стать из вот этого жука, да, из этой гусеницы, чтобы родилась бабочка, должен перейти, как бы качественный переход должен произойти. Он качественно должен произойти физически. То есть буквально это должна быть либо новая конституция, либо какой-то серьезный референдум, который расставит все точки необходимые. Самое главное, что должно произойти, ваше государство должно обрести цель, смысл своего существования. Иначе вы, как и были до сих пор, будете вот болтаться непонятно где, непонятно зачем. Про ціль і зміст існування українці прекрасно розуміють, і про владу ви гарно сказали, але сподіваємося, що очищення таки піде, тому що у нас зараз дуже багато різних резонансних справ і відкриттів, і за тих людей, які не мають совісті, про яких ви теж гарно сказали, беруться, на щастя. Можливо, нам пощастить, і буде все менше і менше людей в політиці, які не мають совісті, і більше тих, які будуть дбати про народ, любити його і діяти на благо людини. Поки це викликає сумнення, тому що ваш, как бы вам сказать, главный судья, который был пойман, насколько я понимаю, я не знаю, кто это, не знаю, что это, но это образ вообще, в принципе, украинской коррупции. Он до сих пор пытается получить возможность выйти под залог. Это оскорбление вашего народа, просто плевок. Вы этого не понимаете. Я не понимаю вообще, о чем и как, пока это не дойдет, сложно говорить о каких-то серьезных изменениях. Якраз українці все це прекрасно розуміють. І, власне, зараз, під час війни, виходу немає. Ти не зробиш новий Майдан, так? Ти не будеш робити переворот всередині країни, поки йде війна. Що ж тоді робити? Які поради астрологічні ви можете дати народу, який прекрасно розуміє, який спостерігає за всіма новинами і розуміє, що не покарані ще досі ті, які мають бути покарані? І ще раз повторяю, государство должно получить смысл. Смысл не зависит, смысл зависит от народа. Ничто сейчас вам не мешает вашим лидерам мнений, лидерам, которые занимаются поставками от народа, от лица народа оружия на фронт, ничто им не мешает провести, вот реально создать какую-то серьезную программу, по которой собрать мнение, выбрать там десяток, 12, 9, 12, может 18 людей, светочей ваших, совестливых, философов, деятелям религии, наставников. Прежде всего это должны быть наставники, которые целью своей жизни видят развитие, а не обогащение. Тогда они смогут задать верный вектор. Это первое. А второе, что произойдет, летом начнут возвращаться бойцы ваши. Вот то, что сейчас у вас мобилизация, которая, конечно, необходима, это смена бойцов у вас находится. Это мое, ну, как бы субъективное мнение. Соответственно, эти люди будут возвращаться. И эти люди сметут, если до тех пор власть не одумается, она просто будет не то чтобы изгнана, но минимум наказана. Конечно, это не Майдан, но пути разные бывают. Но вот все это вместе приведет к катастрофе, если сейчас Украина не обретет смысл, куда и зачем она движется, вы понимаете? Потому что целью вот все эти действия, все эти судьбоносные события, мы обрести конкретную цель. Тогда это будет поток, который принесет пользу. Если же он будет не направленный, вот тогда беда. Тут є одна проблемка, про яку ви говорите. Не знаю, чи так у всьому світі, але чомусь духовні лідери, люди мудрі четвертої касти, так, які можуть дати вектор напрямку, вони не хочуть іти в політику і не хочуть іти в цю брудну справу. Тому що всі вважають, що політика – брудна справа. Якщо ти прийдеш туди своїми ідеями, тебе не допустять або приберуть з дороги. От в тому і то проблема. Зачароване коло. Здесь нет проблемы. Во-первых, это большое заблуждение, что это грязное дело. Оно грязное именно потому, что все думают, что оно грязное и не хотят этим заниматься.
Первое, что должно произойти, все должны понять, что это прекрасное дело, забота о будущем. Это самое важное. Если вы не занимаетесь политикой, то вы буквально, согласно определению, идиоты. Потому что идиот – это тот, кто не занимается будущим. Это первое. Второе. А вы просили духовных людей? Вы просили духовных людей подключаться к управлению? Вы не просили. Духовным людям это не нужно, а вам нужно. Так может, нужно попросить их? Вот так взять и обратиться к общественной организации, если есть такие люди, наверняка они есть. Что мешает прийти к ним и просить их? Они сами не будут это делать, вы правильно говорите, им это не нужно, у них все хорошо. Но они могут помочь, потому что они обладают очень важным качеством, состраданием, точнее, милосердием. Так, це важлива якість. Якби всі люди володіли цією якістю, то не було б воїн на планеті Земля, був би рай. Добре, оскільки ми вже почали говорити про наших керівників, власне, треба перейти до такого важливого запитання про періоди планет, які проживають зараз Зеленський і Залужний. Адже від їхніх періодів планет може залежати і те, що буде відбуватися в Україні. Чи сприяють небесні світила головнокомандуючому та президенту у 2024 році? Ну, почну з Залужного. Период начался у него Меркурия, простите, и это период побед. И, несомненно, до сентября он будет одерживать победы. Он не проиграет ни одной серьезной битвы. Вам очень повезло в этом смысле. Начиная с сентября, я думаю, к сентябрю как раз это и закончится, самое такое жесткое противостояние. Начиная с сентября у него период более жесткий, он тоже сильный, но более жесткий, и, возможно, это связано уже с его здоровьем или с его какими-то личными событиями. Возможно, это будет попытка его устранения. Где-то вот начиная после сентября, с октября 2024 года. Нужно быть внимательным. Это то, что касается Залужного. Ну а что касается господина Зеленского, тут ситуация немножко иная. Период неплохой, его Луна-Сатурн. Это период развития, период прибыли, когда он принесет прибыль государству. Но Сатурн достаточно слаб, он не имеет поддержки. Поэтому можно ожидать неразумных действий и очень больших внутренних переживаний. Чи є такі показники в астрологічній карті Зеленського, що саме він закінчить цю війну і її виграє? Понимаете, война – это не то, что зависит от кого-то одного. Это всегда соединение и противопоставление народов и, соответственно, руководителей. Мы сейчас не знаем, кто из руководителей будет заканчивать войну в России. Потому что то, что сейчас происходит, может привести к изменениям, понимаете? Мы не можем делать выводы о том, кто конкретно будет победителем с точки зрения именно лиц, если мы не видим противоположное лицо. С другой стороны, если говорить о картах стран, то победа действительно будет за Украиной. В этом нет никаких сомнений. Более того, это произойдет в 2024 году. У підвіски «Мій світ» та «Нескінченність» ви можете покласти кристали з будь-якими властивостями. Просто відкрийте та покладіть той кристал, який вам потрібен саме зараз. Замовлення приймається за телефоном та в Інстаграмі. Детальніше в описі до відео. Це дуже радісно чути про 24-й рік, оскільки війна триває вже дуже довго і наразі її кінця поки що нам не видно. І суспільний імунітет ослаб, люди втомилися від війни і чекають хороших новин про її кінець. Це не дуже хороше настроєння, тому що нічого екстраординарного не відбувається. Йде війна, яку українці ведуть вже, я не знаю, сотні років. Так, так. Тому зачем здесь говорити об усталості, якщо нужно говорити о том, що це... Дорога – это длинная дорога, и вы постепенно, вы находитесь на финальной прямой, и независимо от того, это будет год или 10, это все равно с точки зрения истории немного. Поэтому нужно спокойно делать свое дело, и все. А при чем здесь усталость? Вы понимаете, усталость – это работа ума, это ум говорит вам, что вы устали или вы не устали. Это иллюзия, понимаете? Это нужно осознать. Победа будет в следующем году, если вы будете относиться так, как будто бы война будет еще долго-долго. А если вы будете ждать победы просто потому, что она придет, она не придет. Цікаві слова. Я ще такого не чула, чесно кажучи. Тоді головне питання, яке цікавить усіх українців. Чи настане судний день для Росії у 2024 році? Ну, во-первых, давайте так. С 2014 года Российская Федерация обречена.
С 22 года начался быстрый процесс ее разрушения. Когда области были приняты Конституцией России, в Конституцию как части России, четыре украинские области, стало абсолютно ясно, что элиты современные российские просто решили уничтожить Россию и попытаться уничтожить Украину. Потому что по-другому понять смысл этих действий нету. То есть это буквально действие, направленное на смерть. То есть или смерть, или победа, так получается, а это означает смерть, потому что это противостояние со всем миром. То есть это могли сделать только люди, которые хотят уничтожить Россию. Это нужно четко понимать. И вот здесь дальше вопрос сроков. Очень быстро все происходит. Это могло быть еще в 2023 году. И мы говорили о том, что, ну, не в вашем эфире, а в других эфирах, я говорил, что будет черный лебедь, который приведет к тому, что Украина летом 24-го будет победителем. И действительно, этот черный лебедь был, и все вы знаете Пригожина, но Украина не была готова, Украина не очистилась, соответственно, этот парень сдулся, и у России появился еще один шанс, не воспользовалась она этим шансом остановить войну. Теперь у нас у Украины второй шанс. Поскольку Россия уже полностью показала свое фашистское лицо, без всяких приукрашений. Сейчас нет ни одного определения фашизма, которое бы не оправдала Россия. Но в 2024 году что произойдет? Масштабно люди, обычные люди в России, ощутят совершенно конкретно на своем уровне жизни, что происходит. Потому что начнется борьба за отделение регионов. При этом процесс ужесточение власти тоже начнется, потому что они попытаются противодействовать отколу территорий. И по сути дела это выльется, ну, в около или почти гражданскую войну. Она может начаться чуть позже, но вот напряжение это произойдет именно в 2024 году. В любом случае в 2024 году Россия потеряет свое процветание от слова совсем. Я не знаю, является ли это судным днем. Мне кажется, да, потому что шансов у России уже не осталось. Джотіш – це світло, світло знання. Сокровенні знання, вони мають дуже потужний арсенал можливостей. Так, існують сакральні види зброї, які можуть допомогти пришвидшити закінчення війни. Я хотіла би вас питати поради, які УПАї зможуть зробити українці для цього? Во-первых, для того, щоб робити якісь УПАї, люди повинні бути сфокусовані і сконцентровані. Це перше. Но, між тим, можно сделать серьезные вещи даже в таком вот расслабленном состоянии сознания, как сейчас у большинства людей. И первое, что самое главное нужно сделать, осознать и поставить себе цель новую Украину. Вы понимаете? Вот представьте себе, если вы объединитесь вокруг идеи счастливой страны, с полной знаний, справедливой, которая будет развиваться, где будет обеспечена свобода во всех смыслах, где будет обеспечена ответственность, где люди будут стремиться к осознанности и к божественности, и вы будете сами, благодаря таким высоким целям, вдохновлены строительством вот этого прекрасного, этой прекрасной республики, то окружающие люди, даже те же самые россияне, будут у вас в очереди стоять на границе с просьбой: мы же украинцы были когда-то в прошлом, возьмите нас к себе. Это так просто, и это работает совершенным образом. Просто необходимо, еще раз, мы опять возвращаемся к тому, о чем мы немножко говорили. Украина должна обрести цель своего развития. Это не должно быть просто победа ради победы. Потому что победа ради чего сейчас у вас? Скажите, пожалуйста. Ради того, чтобы элиты, которые сейчас, дети которых сейчас в Монако, опять оставались у руля? Ради этого победа? Объясните, пожалуйста. Вот пока это не сменится, это и есть главное УПАя, изменение в сознании, где фокус внимания. Не спасение, не выживание, а построение нового государства. Это и есть главное УПАя. Ну а с точки зрения личных действий, конечно, очень важно, самое важное, чтобы каждый из вас обрел свою дхарму, осознал свое предназначение. И чтобы вы действовали не ради заработка, а ради реализации в предназначении. Заработок приложится. Это первое, это самое главное. Потому что если каждый займет свое место в механизме, он будет работать идеально, и никакие войны не могут ему помешать. С другой стороны,
учитывая то, что сейчас происходит, каждое утро каждый украинец должен в молитве, мантрой желать победы воинам своим и счастья своему государству, своему народу. Это тоже очень важно, потому что это даст объединение, и это действительно очень мощная упая. Следующий момент. В принципе, Академия Шринаджи, и есть, я наверняка уверен, и другие люди, способны обеспечить серьезную ягью, где будет участвовать 108, может быть, 1008 браминов, которые бы добились такого вмешательства духовного в эти события ради справедливости и счастья, не ради победы или проигрыша, потому что это вещи кармические, так это не работает, но ради справедливости и счастья. И такая ягья возможна, но для этого должны обратиться либо лидер, либо хотя бы неформальный лидер государства. Тогда это можно организовать, иначе это не делается. Це дуже цікаво, до речі, про ягью. У мене запитання таке. Лідер, не лідер, це таке, він може не звернутися, може навіть нас не почути. А якщо українці масово до вас звернуться і підтримують? Обращення должно бути народним. Як це зробити народом, мені складно представити. Возможно, є якась форма. Когда это делает лидер, даже общественный лидер, тот, которого все признают, который считается, ну скажем так, совестью народа, это возможно, это не обязательно президент, но это должен быть кто-то, кто олицетворяет, в принципе, народ, понимаете? Потому что и действие будет народное, и для народа, а не для какого-то общества или сообщества, или какой-то группы. Я вас попрошу, глядачі, подумайте, будь ласка, напишіть, кого ви бачите як лідера, який би міг це зробити, який би міг звернутися і могли би провести таку ягью. Тому що я знаю дуже багато людей, які, власне, практикують ягі, і вони кажуть про неймовірний ефект від цих процесів. Тобто це дуже сильно працює. Можливо, у вас якась особиста історія, яка стосується якоїсь конкретної ягі, і що це дало вам в житті? Ну, мы часто сталкиваемся с чудесами, но вы знаете, об этом не принято говорить, потому что если мы говорим о чудесах яги, то люди буквально имеют свойства и шансы излечиться от неизлечимых болезней, но бывает так, что они и не излечиваются от неизлечимых болезней, поэтому нельзя давать ложную надежду. Дело в том, что здесь много зависит от множества факторов, прежде всего кармических. А если вообще говорить о чудесах, я так понимаю, вопрос у вас, так, то я в своей жизни встречался дважды с людьми, которые обладают настоящими ситхами. Ситхи – это сверхспособности. Но это точно такая же ситуация, что я был случайным свидетелем этих событий. Не было такого, что они сами о себе рассказывали. Поэтому мне сложно этим делиться. Между тем, это очень серьезно, но об этом не надо говорить, потому что это мешает практикам. Вообще, настоящие ситхи, они не в этом. Настоящие вот чудеса, мистика, они не в этом. Не в том, что ты совершаешь там, становишься маленьким или большим, или телекинезом занимаешься. Настоящие ситхи, они касаются личного. Они касаются вашей дхармы. Когда вы осознали дхарму, вот тогда начинаются чудеса. Вот тогда. Вот это, кстати, я вспомнил такой пример интересный. Когда я осознал свою дхарму, в течение недели у меня пропало смертельное заболевание без всяких ягий, без всяких молитв, без всяких вообще вмешательств. Просто мое глубокое внутреннее убеждение поменять деятельность и понимание, чем мне заниматься, изменило мою природу, понимаете? Вот это чудеса, и это не касается чего-то там, какого-то, что там кажется чудесами, это касается внутренних изменений. Знаете, я иногда вспоминаю у студентов, или как пример привожу студентам, Шерлок Холмса, помните такого персонажа Конан Дойла, да? И со стороны кажется, что он обладает какими-то ситхами. Он же чудеса производит. Он же вроде бы одним взглядом может определить будущее и прошлое и так далее. Но в реальности он просто является йогином, человеком очень сфокусированным на своей дхарме. Понимаете, Конан Дойл написал этот образ не с бухты-барахты, а именно с йогина, потому что Конан Дойл путешествовал в Индии. Понимаете, и в этом смысле самые большие ситки – это концентрация.
ваша концентрация и фокус внимания – это залог счастья и залог реализации. Этому нужно и можно учиться. И, собственно, для этого и существуют знания. И есть эти знания, которые существуют тысячелетия, это ведические знания, которые передаются из уст в уста. И так, например, у нас в Академии это работает, это знание передано от наставников. А самое ценное знание, которое такое знание получается детьми, вот тогда начинаются чудеса, понимаете? Вот это чудеса, потому что ребенок обретает понимание, зачем он. Он путь видит, счастье, ему, он становится свободен, на него уже нельзя повлиять. Никакие там гаджеты, никакие хулиганы с улицы, никакие бандиты из России, они не смогут на него повлиять, потому что он ощущает смысл своей и счастье своей жизни. Вот это мистика, понимаете? Когда дети из вот этих вот зеленых, как вам сказать, зеленых козявок, которые сидят перед гаджетами, становятся почти богами. Вот это чудеса. А вы говорите о каких-то мистиках. Кстати, для взрослых тоже это, конечно, важно, потому что взрослые избавляются от страхов, как много людей сейчас боятся, избавляются от боли. Они принимают боли, избавляются от нее. И, конечно, даже дхармой лучше заняться позже, чем никогда. В общем, учитесь, друзья, вот это здорово. И вообще нужно, чтобы этому учили в каждой школе, в каждом вузе. Вот это здорово. Ну а пока этого нет, учитесь хотя бы в таких академиях, как у нас, подобных. У нас, кстати, в январе стартуют взрослые курсы, а в феврале для детей и подростков. Ну это так, между делом. До речі, між ділом, але це дуже класна тема, тому що я вас цілком і повністю підтримую. Я своїм глядачам вже дуже багато років кажу, що найголовніше в цьому житті – виконувати своє призначення. Ти вийдеш на той рівень щастя, який ти хочеш, це 100%, ти будеш здоровий, це 100%, і ваша особиста інформація про те, що вас покинула невиліковна хвороба, коли ви вийшли на свій шлях дхарми, вона підтверджує всі ці теорії на практиці. І, друзі мої, знаєте, що ви маєте знайти своє призначення, не знаєте, як знайти, можете йти на консультації до різних консультантів, але як я зробила? Я спочатку, коли там була ще молода, дуже молода, ходила на консультації до різних людей, різних астрологів, до всіх, кого можна. Потім думаю, мало-мало інформації, треба вчити. Потім я пішла вчити ту тему, ту теорію, астрологію, нумерологію і так далі. Я зрозуміла, я чим більше вчу, тим більше себе пізнаю, і це реально роки на це пішли, щоб саму себе пізнати. І це так цікаво, ти сидиш, ти пізнаєш, ти думаєш, Боже, як Всесвіт класно дав нам цю інформацію. Ми ж такі щасливі, що ми можемо пізнавати це життя. А особливо, коли є академія з такими серйозними наставниками духовними, які передають такі знання, то це взагалі неймовірне чудо. У нас, до речі, пані Ірина, хто знає, відуюча Майка була в нашому ефірі, вона теж є учениця Академії Алакха. Так що, друзі, хто хоче, будь ласка, маєте шанс. В січні, ви казали, так, в лютому? В январі це для взрослих, в февралі це дітки і підростки. Взагалі, навіть садик ми відкрили у вас на Печерськи. Там можна, ті, хто живе на Печерськи, можуть діток туди завозити, тому що це зовсім другий підход до образування, бо це чистий, чистий образ життя, плюс свободне володіння іноземними язиками. Це така дуже замечательна у нас тутція для діток вийшла. А якщо хтось хоче просто розвиватися, це теж неплохо, тому що це можна робити благотворительністю. Это хороший способ повышать свою удачу. У нас работает фонд поддержки деток, образования детей. И уже около 400 детей учатся сейчас, прямо сейчас учатся за счет вот наших благодетелей. Поэтому добро, пожалуйста, добро пожаловать, помогайте. Это будущая элита Украины однозначно. Много именно с Украины деток учатся. Благодаря этому фонду, это украинский фонд, он у вас в Ирпене зарегистрирован. И, соответственно, это будущее именно украинских элит и будущих мировых элит. И сейчас каждый может приложить усилия к этому. До речі, реквізити фонду, скажіть вашим дівчатам, нехай дадуть, перешлють моїм редакторам. Ми дамо в опис до цього відео. І люди, які захочуть вкластися в освіту і науку, це найважливіше, що потрібно вкладатися зараз і завжди, то можуть приєднатися, пожертвувати і допомагати ставати нашим дітям мудрішими і розумнішими. Але є, до речі, проблемка. Студенти, діти, підлітки, зараз багато хто з батьків жаліються, що нічого вже їх не цікавить. Ні школа, ясно, бо там нудно не вміють викладати, повністю відбили вчителі бажання вчитися нашим дітям, вони залипають в гаджети, як ви сказали. І як з цим працювати, що робити, як ви порадите діяти, силою ж не заборониш, так? Сваритися не будеш, шантажувати не дуже гарно, а що робити? Ну, ми вже немножко зацепили це. Чому людину не цікаво? Тому що він не бачить в цьому щастя.
А если вам удастся показать его дхарму, он первое, что увидит в этом, свое счастье. Как только это произойдет, его не остановишь, ему никакие гаджеты не нужны. Мы много раз это наблюдали. Проблема в том, что в школах не учат и не показывают дхарму, предназначение. А если ребенок не чувствует ее, зачем ему куда-то идти? Какой в этом смысл, если можно свой ум успокоить какой-то игрой? Понимаете, только счастье такое очевидное призовет его. А это только дхарма, другого нету. Это еще раз к вопросу, насколько это важно. Дуже багато людей, які живуть все життя, вони не розуміють, що таке дхарма, що таке призначення, вони його не виконують, вони просто живуть, працюють на жахливих роботах, які вони ненавидять, ну і так своє життя проживають, не використовуючи всі свої таланти і можливості. За ведичними знаннями, якщо людина не виконала в цьому втіленні своєї дхарми, то що далі відбувається з цією душою, коли вона покидає тіло? Вона буде крутитися, поки судьба її не заставить вивести і пройти цю дхарму. Понимаете, какая история? Самые большие трагедии с людьми случаются именно тогда, когда они не выполняют дхарму. Есть четыре кармы, но самое страшное из них, то есть последствия действий, это последствия невыполнения своего предназначения. Именно тогда начинаются болезни страшные, подобные раку, подобные диабету, много других страшных, как Альцгеймер и другие, это все болезни, связанные с невыполнением своей дхармы. И фактически, когда человек начинает идти своим путем, то он излечивается, понимаете, в чем дело? И судьба будет толкать и заставлять человека идти к дхарме. Другое дело, что это не бесконечный процесс в конкретной жизни. Судьба действует три раза. Первый раз – это болезнь легкая, напоминание. Второй раз это болезнь жесткая, подобно раку. Если никаких выводов не сделано, третий раз судьба убивает. Потому что смысла пребывания человека на земле нет. И тогда человек идет и пытается уже в другом теле реализовать свою дхарму. Оскільки ми говоримо про таку важливу тему, як призначення, я би хотіла вас просити, якщо це можливо, українцям дуже хотілося би почути, яка дхарма нашого президента. Вот сейчас я найду его карту. Его дхарма прекрасна, его дхарма служения. Вообще он по своей природе, во-первых, запоминайте, наставник. Как бы он ни выглядел, но он на самом деле наставник. А во-вторых, его дхарма, его предназначение – служить. Служить своему народу. Его раху расположен в шестом доме, в шестом знаке. Это классический пример человеку, которому необходимо пройти служение. Если говорить о нем, хотя я не очень люблю, потому что не он просил меня это делать, но поскольку он политик, можно немножко об этом сказать краешком, да, то самое главное для него и то, чего не хватает ему, это знаний. Потому что действия внешние – это не главное. Главное, что происходит внутри. Последствия внешние – это всегда результат внутренних изменений. Он же пока пытается достичь результата внешними действиями, общением с Америкой, с Европой и так далее. На самом деле победа, она внутри, во внутренних изменениях, понимаете? Внутренних изменениях республики, государства Украина. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Так, дякую. И еще нам цікаво, яке призначення у пана Валерія Залужного? О, у него очень интересная карта. У него три очень жестких планеты находятся в шестом доме. И жесткая планета в третьем доме. Те, кто изучают джиотиш, знают, что это с одной стороны решительность, а с другой стороны это колоссальная устойчивость. Этого человека победить невозможно. Это очень интересно. Ну, а с точки зрения того, какая вот дхарма, то он имеет раху в стрельце. Это означает, что он должен учиться и должен стать наставником. То есть он должен указать путь, куда идти. То есть он из прошлого боец, но на самом деле он должен указать путь, куда идти. Понимаете? Думаю, що він нашим військовим дуже гарні шляхи покаже, і ті шляхи будуть успішні, і ми закінчимо цю війну нашою перемогою. Я дуже дякую вам за ваш час, за інформацію, яку ми отримали. Вона була надзвичайно цікава і цінна. Спасибо большое за внимание. Увидимся.
Обов'язково подивіться нове відео на каналі «Усе чудово». Ти рано чи пізно зустрінешся з реальністю, і тебе війна, як бахне тебе по голові, ти не будеш готовий. Про роботу в умовах стресу та війни, як знайти натхнення, як знайти сили, енергію. Коли ви щось робите і у вас є результат, виділяється дофамін. Це дуже, вроді би, прості речі, але це треба робити кожного божого дня. Я міг би сказати те, але сказав інше, я промовчав, я себе не захистив. На вас можуть наговорити все, що завгодно, але найбільше, хто вас може образити, це ви самі. І от коли ви самі себе ображаєте, це дуже погана штука. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.